Баба Вика, слушай! Тем временем в записи уже 43 секунды. I can't make this up. Деду нехорошо. Он в говно, походу. А ты чем занимаешься? Я коуч по наставничеству, а ты? А я криптовалютой. Тоже долбоёб? Получается, да. Ля ты пёс, кот. Купил вот такие стулья. Такие паленые. Покупаете мебель с велюром, без ориентации сторон, я вам говорю. В смысле, а у велюра есть без ориентации сторон? Да, есть безориентированный велюр, он сейчас популярен, из него диваны делают, обивку разную. На нем не остается отпечатка писюна и яиц. Нет. Слушай, а хорошо отпечаталось? Я просто видела, как блогер делал диван из такого велюра, и он смотрится прикольно, как замша. И вот, ну, и неважно его направление, можно куски кроить как хочешь, а не задумываться, как все в одну сторону скроить. Интересно, это... Просто так перерасход материала большой. А, ясно. Когда кроишь. Кроишь? Кроишь. А, типа тот, который безориентационный, его проще кроить? Ну, да, ты можешь меньше кусок взять, разместить все свои выкройки и разрезать, и, ну, разместить их как угодно, поплотнее друг к другу, разрезать, и получается у тебя экономия. А для того, чтобы этот велюр использовать вот такой, тебе надо все подгонять под ориентацию. Ты раз ошибешься, пизда. Ясно. Иногда просто оно уже все сшито, ты надеваешь, как бы это все, ну, точнее, обиваешь или надеваешь чехол, и понимаешь, что у тебя один кусок в другую сторону. Я такой думаю, интересно, а отпечаток бургера может остаться? Я думаю, да. От пельмешика. У меня так остается на этих, на стульях, когда я встаю, вспотевшие. Ну, я думаю, потный пельмень там останется. С таким материалом. Лучше не брать. Очень неревнивые супруги. Ага. С большим чувством юмора. Возможно, просто с большим чувством юмора. Самый топовый совет, который мне дал мой коуч в этом году, мне нужно было накопить 12 миллионов. И он сказал, если каждый месяц ты будешь откладывать по 1 миллиону, то в конце года у тебя будет 12 миллионов. Ровно та сумма, которая мне нужна. Мужики, Ай, да ладно! Охереть! Женщина будет счастлива с вами в отношениях, если вы будете использовать правило 3 О. Обнял, одел, откормил. Все время путаю. Хорош. Ну что, давай обнимемся. Смешно. Ему она... Какая, чего так коробит? Это же жесть. Вот он использует правило 3 О. Видимо, уже обнял и одел. Теперь хочет отлизать. Это же готовый. Чего ты убегаешь, женщина? Оленя. Потому что она олень. Блин, да, мужик. Согласна с тобой. Как сделать так, чтобы не нужно было рано просыпаться на работу? Просто сломайте себе ногу, и идти на работу вам не придется. И сам играется, и с псом играется. Хорош.
Паш. Это видел. Видос видела, где кот с человеком играет. Я тоже видел. Возможно, как раз в смешнявках. Наверное, задыхается во сне, капец. Челу нелегко. Выгнал нахер. Тебе зачем картошечка, котик? Очки любят картошечку. Некоторые хлебушек. Ты смотри, какой обидчивый. Причем она даже не куснула, а просто лапой за жопу потрогал. Обычно коты так любят делать, кстати. Мне нравится, как этот такой... Да что я? У него аж ухо завернулось. Такой просто баловался. Что это такое? Не бойся встречи. Уже заебал такой просто. Просто такой... Чуть не положил Насте на руку лицо. На руку лицо. Клони. Я уснул. Опасный это был сейчас маневр. Риск был слишком велик. Ты палец оттопырил свой злоебучий? Я не успела его брать. Нет, то, что ты уронишь лицо и уснешь. Я просто показывал, ты такая повернулась, и я чуть тебя не уебал. Яйцо почесал. В основном ногу, конечно. Вся коротко. Волосы не член отрастут. Парни, цените то, что имеете. И всегда имейте то, что цените. Кабы не было зимы, а все время лето. Мне бы было до пизды, что на мне одето. Эй, о, mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo vende, não é, meu amigo? Até... Até bosta vende. Что это за дерьмо? Там даже запечатка есть. Ну, глупые люди должны страдать. Зажал на пакет денег, страдай. Разбил бутылочку водочки, ну, которая стоит в 10 раз. Дома взять шопер. Которая стоили 200 раз дороже, чем пакет. Ну, вот поэтому я считаю, что женщины в этом плане логичнее. Они всегда носят сумочки, которые примерно какой-нибудь пузырек, да, поместится. Может быть, 250 конины, может быть, 250 водочки, а может быть, и целая бутылка вина. Это в зависимости от конфигурации сумочки. Учитесь. Лучшая краска для яиц. Лук. Ковая шелуха. Лук, кавая. Я думаю, чё? При чём здесь кавай? Что-то на Пасху? Нет, это губная помада. Это он же ж. Который там загадки загадывал. Да. Про зубную щётку. Да. Капно сказал, что это хуй. Да. How old did you say you were again? 68. You look great for 68. I have no wife, no kids, no job, no pets, and no problems. So what's your secret for looking so fit and healthy at 68? Protein, exercise, and young women. I love that. Thank you. Чисто пожилой жиголо. Всегда мотивацию надо поднять! Мотивацию надо поднять! И сразу поняла, что он говорит по-русски. Ему надо уровень своей дикции поднять. Да. А не мотивацию. Именно. Что? За звуки, блядь. Комп перегревается, что ли? Ля хорош. Поют. Типа, дура, ты задолбала, что ты орешь.
Ты же знаешь, что если я коту мявкаю в ответ, он потом мявкает так же, как я. Ему ну мявкнуло. Да. Но до песен дело не доходило. Пока никогда. Еще не было, да. Потому что на мои ня-ня-ня, мя-мя-мя-мя-мя, он отвечает просто мя. Да, зато когда я вою какие-то песни, он приходит просто начинает плакать. Типа, заткнись, женщина, ты что делаешь? Ня-ня-ня-ня. Такое ощущение, что он боится, как будто, как наша мышь. Типа ему ничего не угрожает, к нему просто приблизились, а он думает, что его будут обижать. У нас с мышью такая тема, если что. Просто приходишь ее гладить кошка. Близко. Да, ты ее берешь, начинаешь гладить, близко к ней приближаешься. Она такая вся сжимается и боится. Она просто упадет в открытый канализационный люк. А я думал, смысл в том, что у нее сиськи трясутся. Что это было? Мне нравится то, что сами по себе уже юмористические перформансы перешучивать пытаются. Потому что вот там, где модели не ходят по подиуму нестандартно, а как-то бегают и т.д. и т.п. Это уже, короче, специально, чтобы, так сказать, шоу сделать интереснее, так делает один модный дом, насколько я знаю. И постебать тиктокеров. Да? Собака просто смотрит, так, господи, какой же у меня идиот, а не хозяин. Как, блин, постебать, Стёп? Просто. Ну да. Ну она вообще вон не по подиуму. Аквариум? Откуда у тебя столько барахла дома, чел? Внеси хотя бы раз мусор! Хорошо, мама, полы там. Ага. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Nada. Чё там? ¿Tomaste, manito? Какого хрена? Ну чё там, когти об него точат? Да. Ему нравится цепляться когтями за клавиши и вытаскивать их, я уверена. Отколупывать. Только вот у Ноута, когда он их отколупает, они назад не вколупаются. Они оторвутся раз и навсегда. Там уже просто одна, по-моему, лежала. Да, мне тоже так показалось. В Sims я просто не открываю тем наглым детишкам. Злая ты. Я просто обычно приходит не вовремя. То я в уху занимаюсь другим персонажем, то пишу усиленно книгу, то мы рисуем, мы рисуем. Надо закончить шедевр. В отличие от говняков, кашин уже это не контролирует. Да, он что-то радуется. Вот и глупый ковшиный говнюк. Он не думает о последствиях. Он просто перекусил лагер. Знаешь, в чём что самое главное? Ты заметил, там вторая уже подвязана была. А, да? Смотри. А, ну да, и правда. То есть это не в первый раз. И он ничему не научился. Да. Шерстяной идиот. Я уверена, что если бы у нас такая штука бы висела, вот если бы она была бумажная, ну такая свернутая, там, бумага и ткань, что-то такое, то ее перегрыз бы Найт. А если бы она была целлофановая, как вот пицца у нас сегодня была перевязана, перегрызла бы Кей, тоже бы пизданулись. Но если она будет тканевая, ей почти ничего не угрожает, скорее всего. Не, Найт это сделает. Да не. Он любит жевать нитки. А-а. Возможно, в процессе приобретет улыбку Глазга, конечно. Но это так уже издержки.
кто ее может запретить? Ну да. Единственное, что проливается и подсекается. Да. Это как сняли девушку, которая очень аппетитно макала в пивную шапочку, по-моему, картошечку и кушала ее в пабе. Типа, чё бы нет. Хомочка тоже кушать хочет. Это хомочка или мышечка? По-моему, это хомочка. Но в любом случае, это домашняя животина по упитанности. Либо очень жирненькая мышечка, которая сидит как хомочка. Мышица. Мышица. Прям мышица реально. Life is good, though. I want y'all to... Да, ну по факту, это же скота Леопольда. Это мы, мышицы. See that life is great. Your life is great too. Сова? Или петуха? Кура? Что-то будет? Гнида шерстяная. Мари не выдержала все-таки. И пошла своровала, да? Пошла за маком. Ты ж болеешь! Смотри, как она уплетает эту картошечку. Блин, картошечку все любят. А, угу, я это уже видела. А, да, это тоже не первый раз. Не видела ни одну девушку, которая дома выходила в такой одежде. Очень реалистично. Ни разу не постановка. Ну да. Хотя есть это домашняя... Это ж такая удобная одежда! Хотя по факту есть домашняя одежда, в которой будет выглядеть все отлично. Банальные лосины! Сейчас смотрю недвижку, цены труба, понятно. Так вот теперь за эти деньги квартиры 20 квадратов. 20 квадратных метров квартира? Вот прям квартира? Скажи-ка мне, застройщик, ну так, для ориентира, для тебя детский манеж, вот случайно, не стадион? Видал губную гармошку? Как думаешь, это аккордеон? 20 квадратных метров, вот мне интересно, правда, кто это проектировал? Паспорту, блин, из Форт Боярд? Ну раз такая квадратура для тебя адекватна, друг, тогда скажи, может ты фиксик? Нет, человек пиздюк, еще ответь, вот для тебя Абдуродик, он великан? Бывает мысли типа, нахер ведро, когда и стакан. Видать, походу, это ты продаешь, вот наверняка. Но вот этот гигантский джип, как там его, АК? Такое назвать квартирой мне ясно только одно. Если один кто-то поправится, другого выдавит в окно. А вот прикол еще. До центра на транспорте 5 минут. Да неужели? И когда такой транспорт изобретут, который сможет, когда квартира дальше, чем закат, взять время и пространство и засунуть физики в зад? Про цены вообще молчу. Это что-то на грани пола. Я вообще сначала думал, что это номер телефона. Если... Хорош! А главное, знаете что? Пиздец, как это реалистично! Еще мне нравится, короче, то, что, типа, на транспорте, допустим, 20 минут, да, вот, типа, до центра, но при этом этот транспорт ходит раз в полтора часа, и при этом пешком туда дойти проблематично в то место, не, ну, на которое он идет 20 минут. У нас, конечно, такого нету. Или у нас такое пишут где-то? Ну, сразу куда-то в городе 20 минут едешь. Ну, ладно, разве что от моих родителей до В9 ехать на самом дальнем маршруте полчаса, да. Это самое долгое. От 5 до БСМП 45 минут. Да, серьезно? Да, но это надо дождаться. Ну, да. А так, по факту, ну, а по квартирам у нас такой, конечно, пиздюшной квадратуры, слава богу, вроде нет, 20 квадратов. Чё, есть? Серьезно? Конечно. Ебать. Но цены на квартиры... И 18 тоже есть, Саш. Чего, блядь? Но по факту... Гостиночки старики. Но квартиры, да, по факту подорожали, ебать ковырять. Если БМВ проехала мимо сервиса, значит, у нее отказали тормоза. А в чем прикол? Не знаю. В этот день 10, 13, 22. И чё? Свое личное видео монтажер засунул туда зачем-то. Я пытаюсь очень сильно соображать эту шутку.
Ну пошли вы нахуй просто. Я измерил туалетную бумагу, на которой была написана длина в 70 метров. Там оказалось 24 метра. Затем я позвонил к ней в компанию и был в шоке от их ответа. Вот что они мне ответили. Мы несколько раз измеряли вашу бумагу, и почему-то там не 70 метров, а там 24-21 метр выходит. 70 метров, в первую очередь, это название бумаги, это не количество намотанной. И если даже вы хотите посчитать в любом случае метраж бумаги, вам нужно учесть о том, что там два слоя. Ну даже если мы 24 на 2 умножим, это будет 48. Согласна, но в первую очередь это не количество бумаги, намотанное в рулоне, это название бумаги. То есть это такой некий обман получается, да? Почему сразу обман? Допустим, если кола напишет литр, а по факту будет 0,5. Мы же не указываем на бумаге о том, что это именно длина или объем. Ну вы же написали метр, метр это же единица измерения. Хорошо, мы учтем ваш момент и сделаем поправку в этикетке. Чисто маркетинговый ход получается, да, такой? Ну мы как-то об этом так не задумывались. Вам нужно какой-нибудь звезд... Просто доебался. Мое уважение, а то охренели совсем. Вот ей будет самое приятное, если у парня будет фамилия 20 сантиметров, а по факту, что она заглянет, а там... А там внутрь 20 сантиметров. Блядь. Серьезно. Ну так-то по факту, да. Дичуля просто пыталась выкрутиться, а потом такая... Блядь. Да ё... Какого хера? Серьезно, кого-то это заинтересовало? Тварь, ты глянь. Почему черепахи такие мрази? То котов гоняют, то за язык боксеров кусают. То на тапочки нападают. Ага. Но только если это черная обувь. Ну хоть не зубами наткнулась. Я житель этого дома, и в данный момент, когда это все произошло, я был в шоке. Не только я. Требуется психологическая помощь. И бабушка была в шоке. И был в шоке кот Леха. Ребята, я нашел Йоси. Вот он немножко переехал. Он реально снайпер. Ребята, если вы никогда не получали такой плевок, я бы хотел сказать, да, то вы, значит, никогда не были в придорожном. Потому что, смотрите, он уже готовится, он уже готов отправить всю свою ненависть и боль, которую он за целый день накопил, потому что сегодня холодно и не так много посетителей, но уверен, что на меня он смотрит с большим удовольствием и прямо в лицо бы за всех хейтеров меня бы запустил. Но нет, Йося сегодня в хорошем настроении, и он знает, что я к нему с душой и теплом отношусь, а мы находимся реально в придорожном, очень красиво и классно, смотрите, какие жирненькие гуси, сколько здесь Йося. Соблюдайте ситуацию, брат. Ну, я знаю, как ты... Ой-ой-ой-ой-ой! Мина колокольчик. Он выжидал. Он такой, я тебя терпел. Я терпел тебя. Но теперь терпение лопнут. Хать, фу! Спасибо за просмотр. До скорого.